Вот на Windows 7 USB свисток Wi-Fi-овский такой. Отдельно скачивал драйвера, через флешку переносил. И вот какое-то неизвестное устройство. Я грешил, что криво установились драйвера на Realtek. Такой в USB встано, маленькая заглушечка вставляется и все. И вот подключено, интернет есть. И сдается мне, что в прошлый раз не подключилось, потому что сид у меня был скрытый. Я думал, что пароль обязателен, пароль не обязателен. Но шифрование оказалось не обязательно в Windows 7. Вот без шифрования подключился, только сид должен быть виден. Со скрытым сидом я создавал подключение вручную, прописывал сид К. В Android это прокатывает, а в Windows 7 нет. Нужно, чтобы сид был открытый. Вот такие вот тормоза из Microsoft. Всем пока!